В Саратовской городской клинической больнице номер 5 был выявлен факт несвоевременной выдачи 54 медицинским и иным работникам стимулирующих выплат за апрель 2020 года. Сейчас медикам выплачены в полном объеме положенные им денежные средства на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей. Напомним, ранее в следственные органы поступило обращение медработников городской больницы номер 1. Сообщалось, что персонал лечебного учреждения, работающий с больным COVID-19, не получили доплату за работу с пациентами указанной категории. В Саратовской области остановлено распространение коронавируса в Краснокутском районе. Решено было снять карантин с этой территории. Напомним, в регионе был закрыт еще один Самойловский район. Также ограничения действуют в двух селах Вольского района и в одном Анкарского. 31 мая в Саратовской области должен закончиться период самоизоляции. Регион сам будет принимать решение о сроках поэтапного снятия ограничений. В Энгельсе разыскивают женщин, которые воруют цветы возле подъездов. Пост с просьбой помочь разыскать воровок разместили местные жители в интернете. По их словам, во дворе дома в районе остановки Юбилейная начали пропадать уличные цветы. Их много раз на субботниках высаживали жильцы, однако столько же раз обнаруживали утром пустые клумбы. Прояснить ситуацию помогла запись с камер наружного наблюдения. Оказалось, что растения воруют две женщины. В темное время суток приходят во двор, выкапывают саженцы цветов и спокойно уходят.